Ранее мы рассказывали воронежцам о коммунальной аварии в доме номер 21 по улице Депутатской, где из-за порыва трубы отопления пострадало несколько квартир со 2 по 5 этажи. Как жильцы добиваются компенсации от управляющей компании, смотрите в нашем следующем сюжете. Того, что дом чуть не сгорел накануне, благо в 5 утра в подъезд зашел молодой человек и увидел, что проводка искрит. Вдобавок, в ночь на 23 марта в этом же подъезде на чердаке лопнула труба отопления. А это последствия аварии в квартире Ольги. Она живет на 4 этаже, а над ней еще один этаж. Рухнула штукатурка и в ванной комнате, мокрый линолеум, в коридоре и на кухне, вздувшийся ламинат, сырость и испарение. После 12 я услышала просто водопад. Я уже легла спать, и когда я проснулась, у меня лило во всех комнатах. Просто водопад. Я быстрее позвонила соседке, она не живет, из 216-й квартиры. Ну, там уже вызвала аварийку 215-я квартира. Там у них потолок рухнул, у них натяжной потолок, он просто рухнул. Дорогостоящему ремонту Ольги пришел в одно мгновение конец. Коричневый кипяток погубил с любовью подобранный дизайнерский интерьер. В общем, у меня тут все так лилось, что я бегала из комнаты в комнату, я не знала, что мне делать, где мне собирать. 12 часов я собирала, мне лилось 12 часов. То есть я потом не могла 2 дня ходить, потому что растянула все мышцы, потом у меня началось заболевание, потому что я простыла. С потолка рухнуло 200 килограмм штукатурки. Если бы она спала в эту ночь на диване, то ее просто убило бы. Женщина уверена, что стоимость ущерба ей сильно занизит, поэтому будет приглашать независимую экспертизу. Помимо прочего, она считает, что отопительной системе необходим качественный ремонт, иначе ситуация может вновь повториться. Ольга намерена бороться. Другие соседи уже потеряли надежду. Мы отправились за объяснениями в управляющую компанию. Секретарь нас не заметила, продолжила беседовать по телефону. А вы с нами поговорить не хотите? Как с вами разговаривать, когда вы даже не представились? А потом и вовсе ушла. Нашли здесь и такие же, как наша героиня, которая уже несколько лет добивается компенсации. Судебные тяжбы по поводу того, что управляющая компания 3-й год не может выполнить свои обещания. У вас что произошло? Меня затопили. Так нас никто и не принял. И мы решили лично обратиться к директору компании Никулину Евгению. Я понимаю, но я бы не знаю, жду, когда снег сойдет, чтобы не ждать снег. Ну, нельзя ждать, когда сойдет снег. У них все течет. Понимаете, все течет. Они отпрашиваются с работы. Им не заплатят даже деньги, может быть. Понял, хорошо. Я сделаю. На Депутатской 21 продолжает ждать акт ущерба. А в доме по адресу Депутатская 9, о котором мы говорили в прошлом сюжете, где заливало верхние этажи, небольшие изменения все же произошли. Жильцам почистили крыши, стало немного лучше. Но все же ремонт необходим, так как на кровле обнаружены огромные трещины. Если ремонт не сделать в ближайшие дни, люди будут жить как под открытым небом. Олеся Лисюк, Сергей Артемов, 41 канал.